Парламентарии мониторят стоимость товаров первой необходимости. Речь об овощах и фруктах, о мясных либо булочных изделиях, крупах и молочке. Внимание не только на ценник, но и на качество и ассортимент. Насколько доступны продукты и сколько потребителей может охватить отдельный магазин. Цены сравняют как в государственных, так и частных торговых центрах. В Беларуси с 1 ноября дорожают сигареты. В среднем стоимость вырастет от 5 до 10 копеек. Напомним, белорусские производители и импортеры имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. В стране завершается уборка картофеля. Осталось чуть более 1% площадей. Полностью собрали урожай в Минской области. Всего в Беларуси накопали 704 тысячи тонн. Картофеля, как сообщается, хватит не только для внутреннего рынка. По данным Минсельхозпрода, около 400 тысяч тонн пойдет на экспорт. В Бобруйске будет работать общественная приемная «Белой Руси». Задать интересующие вопросы, высказать свои предложения по корректировке Конституции можно будет во вторник с 3 до 6. Телефон для связи на ваших экранах. Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в белорусском финале теннисного турнира в Чешской Острове с призовым фондом 528,5 тысяч долларов. Решающий поединок прошел с полным преимуществом Арины Соболенко, которая выиграла в двух сетах всего за 1 час 6-2, 6-2.